Всем привет, я Ванечка Фотолюб, и сегодня поглядим, какие картинки у меня есть. Почти все, что здесь будет, я снял на улице, на Panasonic GX9 и 25-ку 1.7. Очень сильно она въелась мне в душу, и я почти всегда с ней хожу. Ну вот есть первые кадры, которые сняты на 12-32, тоже отличный их объектив, но понятно, что тот более светосильный и больше какой-то пластичности добавляет в изображение. В общем, что хотела сказать. Поговорить немножко о стрит-фотографии, буквально пару минуточек, как я это себе вижу и почему или что, а? В общем, понятно, что стрит-фотография — это не постанова, поэтому здесь будет часто плохое кадрирование, точнее, неправильное, неприятное глазу, но суть стрит-фотографии — влезть куда-то в интересные события и сфоткать интересных людей, которые заняты своими делами, куда-то идут, что-то делают и проявляют какие-то эмоции. Самое главное сделать это незаметно, то есть не привлекая на себя и на фотоаппараты внимания, застать людей в их обычной среде обитания. Да, эти снимки не блещут какой-то супер важностью, ничего на них глобального не происходит, на них просто жизнь людей, обычные люди ходят, смотрят, курят и так далее. Для меня в этом есть большой интерес, я очень наблюдательный человек, мне нравится подмечать всякое вокруг, ну и, конечно же, запечатлевать. Так как я давно работал много с людьми, у меня нет проблемы подойти и сфоткать кого-то прям в лоб, хоть в глаз ему сфоткать, мне без разницы. Но так ты нарушаешь комфорт человека, при виде фотоаппарата или телефона все сразу меняются, напрягаются, ну, ты сам такой и я такой. Как только я здесь вижу, что кто-то в меня целится фотиком, то, конечно же, я скукоживаюсь не чуть-чуть и иду такой весь уже зажатый. А из-под тяжка, то фоткай как хочешь. Я не считаю, что это подло, я не пытаюсь застать людей в каких-то неприятных позах, с неприятным для них выражением лица и так далее, но иногда и такое случается. Собственно, все люди вокруг разные, в чем-то интересные. Некоторые покрасивее, некоторые не очень, ну все как мы с вами. Рабочие, просто женщины, кто-то с собакой ходит, в этом есть свой интерес. Таким образом можно пополнить свою коллекцию и, конечно же, расширить свою насмотренность, потому что тебе нужно быстро реагировать. И, конечно, здесь поможет хороший автофокус и ловкость рук. Пиши там в комментариях, нравится ли тебе стрит или это что-то...